Ну, что, ребят, всем салам, это снова Майнкрафт. Да, как вы помните, в прошлом видео я как бы вам показал свою базу. Вот, как вы видите, вот она сейчас. Да, просто зеленые луга, и просто внутри этих зеленых лугов, точнее, снаружи, и внутри какая-то вакханалия. Ну, короче, вот что я еще сделал. Это, получается, вот мостик. Если что, туда у меня будет очень много мостов. Хочу сделать еще как бы сквозь них еще чуть-чуть водоемов. Вот как вы видите, вот здесь у меня тоже мост. Здесь вот так вот поднимается, и дальше просто ступеньки. Просто мост. Башня. И все. Как видите, пока сыроватый проект. Что-то уже, кстати, вырисовывается, то есть, да. Церковь. Здесь, там я поставил еще одну церковь. Ну, так-то я хочу вообще мечеть построить. В итоге постоянно у меня будут получаться какие-то церкви. Ладно, допустим, что так и будет. Ну вот, за день, получается, вот, почему не было видосов, потому что у меня был бан на 7 дней. Из-за читы плюс, признание. Ну, вы знаете, что вот этот мост, который мы тогда делали. Здесь был верстак, и вместо него я поставил вот такую шняку. Там дальше прошелся по мосту, делал внутрь, все сделал красиво, аккуратненько. Так, что еще могу сказать? Ну, в принципе, ничего. Что вот мост и вот то, что вот эту дичь я делал тупо час. Так, как вы видите, я просто прорыл 3 блока по ширине. Просто вот так. Просто взял, прорыл все это. И все это для чего? А все только лишь для одного. Чтобы в итоге, в конце концов, у меня был какой-то выход. Вот, например. Сейчас вот я вот выхожу. Как видите, да, у меня чанки не прогружаются. Для некоторых это, конечно, так себе, но все-таки для меня это нормально. Потому что если чанки мне не прогружаются, то я могу видеть мобов, которые, стоят там где-нибудь. И таким образом я могу видеть других людей. Либо же вообще другого, спавнера. Вот, как вы видите, тут полная вакханалия. Да. И здесь как раз-таки у меня и будет что-нибудь располагаться. Например, овца. Кстати, что я заметил, овец тут намного больше, чем всех остальных. Короче, вот здесь вот будет просто у меня какая-нибудь дичь. Например, просто вставлю здесь дома. Дома пускай тут будут. Буду потихоньку продавать их. И будет что-нибудь такое поселение. Вот, кстати, вот про что я и говорю. Вот пещеры видны. И все остальное. Вот. Да. Теперь вы знаете мой прикол. Точнее, мои приколы. Все из-за чего? Потому что у меня очень слабый компьютер. Да. И мне очень тяжело на нем играть. Например, у меня максимальное число FPS 10. Да. Это мало, но все-таки вот. Ну и короче, все вот это вот выравнивается на церковь. Ну вот. Вы можете видеть, что довольно-таки красиво. Точно не знаю, но если вы хотите, то будет продолжение. Буду чуть-чуть делать видосы короткие. Может, не короткие, про мою базу, про все мое вот это. Если захотите, то сервак Skyline. Ладно. И вот, все, что я хотел показать. Давайте еще туда вот соберемся. Ну и вот, ребят, конец видео. Ну, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте это видео. Я буду, конечно же, его ожидать. Ваши комментарии, особенно, кстати, мой знакомый. Да, я тут пытаюсь отношения построить, чтобы было с кем получше повыживать и так далее. Ну, я им помогу, они мне помогут.
того, что у меня куча дерева, куча саженцев, куча всего, я не могу помочь этим. Они не могут помочь, они другие. Ну ладно, ребят, всем до свидания, всем пока.